Масштабные земляные работы скоро начнутся на улице Торговой в Абакане. Это может доставить неудобства водителям и пешеходам. Напомним, на следующий год запланирована реконструкция участка от Торосова до Комарова. Здесь предстоит полностью обновить асфальтовое покрытие, тротуары, обустроить пешеходные переходы. Однако прежде чем приводить улицу в порядок, нужно заменить часть магистрального водопровода, который проложен под дорогой. Он был построен в начале 70-х, давно отслужил свой срок. Вместо остальных труб решено смонтировать полиэтиленовые, причем большего диаметра. На водоснабжение домов этого района работы не повлияют. Новые сети будут идти параллельно со старыми. Потом специалисты произведут переврезку. Проект по реконструкции водопровода по улице Торговой уже готов. Водоканал планирует зайти на объект в конце октября. Стоит добавить, что после окончания работ в зиму никто укладывать асфальт не будет, поэтому автовладельцам и пешеходам придется набраться терпения. Администрация Абакана просит отнестись с пониманием. Неудобства временные. Весной, после того, как грунт оттает и уплотнится, здесь начнется благоустройство в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».